Ну, наша с вами светская беседа за кадром прошла великолепно. Сразу знаю, что настроение у вас хорошее. Полина, расскажите, какую компанию представляете? Я представляю типографский комплекс «Девиз». Мы уже на этом канале не впервые. Мы посещаем все мероприятия, которые посещает Retail.ru, потому что мы сейчас запускаем новый продукт. Это персонализированная печать. Промышленная персонализированная печать. То есть, вот, например, если вы раньше получали каталог от сети, он был не только для вас, а для кого угодно. Да? А теперь у нас будет возможность в промышленном масштабе, в больших объемах делать персонализированные каталоги, где будет к вам личное обращение, там будут те товары, которые вам интересны. И вот это вот, собственно, тот продукт, с которым мы приезжаем вместе с Retail.ru на все мероприятия, где тот или иной ритейл присутствует. Фэшн, продукты, do it yourself. Как народ вообще реагирует на ту услугу, которую вы предлагаете? То есть позитивный ли отклик? Удивляется, потому что персонализация – это вообще, конечно, сейчас сфера digital. И когда мы говорим, что все то же самое можно сделать на бумаге, и объясняем, почему эффективно это делать на бумаге, прежде всего удивление, а потом интерес. Слушайте, это очень здорово. Какие задачи ставите перед собой здесь, на ритейле, чтобы выставка была для вас эффективной? Ну, для нас сейчас принципиально важно задружиться, да, с теми, кто заинтересован в том, чтобы удержать свою аудиторию, да, повысить лояльность своей аудитории персонализированными обращениями, ну и, в общем, довольно успешно. Я желаю вам эффективного бизнес-нахождения здесь, на Петерфуде. Пусть новые контакты, новые знакомства и полезные связи потом трансформируются в живые контракты, деньги и заказы. Да, и я всем участникам тоже желаю, чтобы они нашли своих клиентов, да, своих поставщиков и дальше с ними лицом к лицу персонально общались.